Здорово. Гасишься? По поводу. Ну не знаю, что тут делаешь? Сижу, блядь, общаюсь с тобой. Что у тебя? Ты на зоне, что ли, сидишь? Да, ты жу, блядь, прекращай, нахуй. Ну смотри, у тебя комнатка как на зоне. А нету, нахуй, чисто. Евроремонт ебашу, нахуй. Да ладно. Подожди, а ты с Одессы, что ли? Откуда ты знаешь, блядь? Ну ты... Ванга, что ли? Я тоже с Одессы. Рафик, привет. Ты Рафик? Нет. Подожди секундочку. Манукян, здорово. Тоже блогер какой-то. Открой окно. Да ну нахуй, ты завязывай, ты что, гонишь? Я тебе серьезно говорю, Манукян, здорово. Ты где сейчас работаешь-то? Откуда ты знаешь, блядь, ты заебал, скажи. А вот твоя девочка тоже, да? Ебать, умонит, нахуй. Ты сестра моя. Согласен, братишка. Откуда ты? Ебать, умонит, нахуй. Ты что, не, как тебя зовут? Меня Артем зовут, братишка. Тёма, ты блогер? Нет. Нахуя ты? Ну так есть, скажи. Серьезно тебе говорю. Ебать, ты еще нашел, блядь, старую страницу. Как, блядь? Что, как? Как ты это делаешь? Подожди, а кто такая Ольга? Как, ну, Ольга, не знаю. Таких знаешь? Ебать, это ж мостачки мои в 27-й бурсе. Я эти фотки даже не знаю, блядь. Откуда ты ее нашел? Ну привет, братишка. Как он нашел? Ебать, ты что, гонишь? Ебать его в рот, ты смотри. Нахуй, как ты это, ты вообще, бля, подожди, нахуй, нихуя не понял, ты одной рукой все это, как ты это все делаешь, блядь, раз, два, откуда ты, ебать, ты что так мочить? Артем, ты, блядь, не пугай меня, нахуй. Ну ты матом хотя бы не кричи, братишка, ты чё? Да не, ну это, ну реально, фу, жара, короче, я тебе говорю. Ты блогер, я тебе 100% блогер. Да нет, братишка, мы просто с тобой еще на твою днюху виделись. Так какую днюху, что ты рассказываешь, где мы с тобой могли видеться? 19 августа. Так, подожди, я уже, блядь, так я зашел уже, блядь, с твоего телефона, как он это понял? Как ты понял вообще, не мог понять? Кто такой? А, подожди секундочку. А Алена Фигур, кто? Ну, блядь, с Минска там. Я уже понял. Это кто? Ебать, зашел на страницу, в друзьях Алена. Это и есть Слышишь? Алена. Ты, короче, я тебе говорю, какой-то штрих непонятный, нахуй. А ну, стой, блядь. Чисто нахуй, на всякий случай. Что еще расскажешь? Кто тебе еще нужен, Арафик? А? Кто тебе еще нужен? Ну, блядь, ну скажи честно, откуда ты знаешь, как меня зовут, блядь? День рождения мой, блядь, вообще, блядь, все фотки. Как ты это нашел, блядь? Ну, в смысле как? Может быть, ты знаешь еще Гайне? Ну это тетя, блядь, моя. Да. Что еще? Не говори так. Так а, подожди, ну откуда у тебя эти фотки, бля, не могу понять. У вас тут странички. Так а нема у меня таких фоток на странице. Вот этой фотки вообще не было, блядь, нигде.
Ты что, блядь, откуда? Я твое будущее, братишка. Что ты, блядь, мелешь? Какое будущее? Слышишь, ты да ну сними очки. Может, тебе еще раздеться? Не, просто очки с ними, нахуя ты? Нахуя, а чего я? Смотри, я сейчас выложу это тоже в ролик, то, что сейчас скажу. Смотри, меня знают тоже до хера, ну, с моего города, понял? Я всем это покажу, и чтобы все понимали, как так получилось. Вот смотри, я сейчас буду говорить, ну, чисто это своим пацанам. Они поймут. Блядь, ребят, подписывайтесь на этого пацана, это просто жестко. Тот, кто меня знает, реально, блядь, ну, меня высадил он на измену, ну, жестко высадил. У меня сколько и с мусорами были проблемы, и, блядь, толпой шли, я и шел, не боялся, блядь. Ну, реально, ну, меня до хера кто знает. И тут этот пацан меня высадил на измену, у меня реально руки начали дрожать. У меня так руки не дрожали, когда, блядь, меня хотели, блядь, ну, я не знаю, закрыть из-за драк там или еще что-то. Но реально этот пацан, сука, высадил меня на измену. Мне так стрёмно еще не было. Подписывайтесь на него, это жестко. Спасибо, братишка.